Сексуальный экстремист появился в Балахнинском районе. На пляжах и в парковых зонах он подстерегает подростков и пугает их непотребным действом. Он стоял голый, смотрел на нас и, ну, мастурбировал. Мне кажется, человек немного не в себе и больной. Маньяк какой-то. Сексуальным экстремистом уже заинтересовался Следственный комитет. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.